Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Октябрь, 24. Святая мученица Синклитики и две ее дочери пострадали от аравийского царя Дунаана. Святая Синклитики происходила из знатной семьи, а вдовев еще в молодости, она посвятила себя христианскому воспитанию дочерей и сама вела жизнь целомудренную и добродетельную. Замыслив уничтожить христиан в своей стране, иудей Дунаан начал гонение. Вызвав святую Синклитики с дочерьми к себе, Дунаан пытался убедить ее оставить безумие и обещал за это взять свиту своей жены. «Как не боишься, царь, злословить того, кто дал тебе царскую корону и жизнь?» — отвечала святая мученица. Дунаан приказал водить мученицу Синклитикию и ее дочерей по городу, как преступниц. Женщины, видя поношение святой, плакали, а она говорила им, что этот позор для нее дороже всякой земной почести. Мученицу опять привели к Дунаану, и он сказал: «Хочешь остаться живой, отрекись от Христа. Если я отрекусь, кто тогда избавит меня от вечной смерти?» — ответила святая. Разгневанный мучитель повелел сначала умертвить дочерей святой Синклитики и их кровью напоить ее, а потом отсечь голову матери. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.